Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона. В Совете Федерации проходили дни Нижегородской области, в рамках которой сенаторам рассказывали о развитии региона. И финалом этих дней и стала встреча Глеба Никитина и Валентины Матвиенко. Проведение дней Нижегородской области. Для нас это такой финал этого 2021 года, вот такой позитивный. Мы первый регион, который получили инфраструктурный бюджетный кредит уже в этом году. И уже начали реализовывать. Уже контракт в пятницу подписали по строительству метро. Я все время беспокоюсь, что такие деньги выделены, вроде распределили, а очень медленно идет реализация. Речь идет о государственной поддержке наших основных направлений. И учитывая тот профессиональный, неподдельный интерес Совета Федерации, что это поможет еще сделать еще один уверенный шаг с точки зрения развития нашего региона. Мы завершаем год в Совете Федерации с днями региона, где имели возможность представить, как результаты работы по социально-экономическому развитию в этот тяжелый пандемийный период. Те проекты, которые сейчас на старте находятся, с проектами развития агломерации, это развитие историчного региона с точки зрения его благоустройства и превращения по-настоящему туристический центр страны. Не все предложения там в полном объеме попали в резолюции комитетов, но основные вехи, которые для нас важны, они попали и в итоговое постановление в том числе. Совет Федерации будет рядом с нами, всегда будет нам оказывать поддержку.